Здравствуйте, меня зовут Инна Исанова. Я являюсь руководителем пекарни «Хлеб из тандыра» в городе Черкесске. Мы располагаемся по адресу улица Ленина, 57А. За это короткое время у нас появились постоянные покупатели, которые успели полюбить нашу продукцию и каждый день приходят за ней снова и снова. Своим покупателям мы предлагаем широкий ассортимент продукции. Это тандырные лепешки, которые выпекаются прямо на глазах у наших клиентов. Горячая выпечка с разнообразными начинками – сладкими, мясными, овощными и фруктовыми. Кроме того, наша пекарня отличает от многих других наличие кибира. Это восточная кулинария, которая представлена мясной продукцией. Курица в тандыре, мясные деликатесы, сочные шашлыки, салаты, овощные блюда и многое другое. Ну, главный фаворит нашей пекарни – это тандырные лепешки. Очень полезные, очень вкусные, экологичные и, что очень важно, приготовленные по всем санитарным нормам. В нашей работе мы придерживаемся принципов здорового питания. В нашей выпечке нет ни разрыхлителей, ни усилителей вкуса, ни консервантов. То же самое касается начинок. Мы используем только свежие овощи и фрукты, высококачественное мясо. До сегодняшнего дня у меня не было опыта предпринимательской деятельности. Было лишь большое желание открыть в нашем городе пекарню такого формата. На открытие пекарни ушло ровно 2 месяца интенсивной работы. За это время удалось найти помещение, сделать ремонтные работы в соответствии с рекомендованными нашими франчайзерами дизайном, оборудовать пекарню, подобрать и обучить персонал. В управляющей компании «Хлеб из тандыра» работают настоящие профессионалы, начиная от технолога и заканчивая техническими специалистами. В любое время дня, в любой день недели они оперативно реагируют на все наши вопросы, которые, кстати, во время ремонтных работ, во время открытия возникало немало. Надеюсь, в скором будущем мы откроем еще не одну пекарню в нашем регионе. За 3-5 дней обучили нас всему, что должен знать пекарь, должен знать тандырщик. Это надо любить, эту профессию пекарем. Надо как мотивация и желание. Сложности нет, главное желание, всему можно научиться. Тандыр сделан из шамотной глины, чисто экологический, нет никаких примесей. Наш хлеб очень вкусный, полезный. Приходите, пробуйте. Спасибо всем. Я пришел, не имея опыта работы и выпекания мяса. Данная пекарня предлагает большой ассортимент выпечки, как хлебобулочных изделий, так и мясных изделий и овощей. Также в наличии имеются салаты, соусы. Приходите, будем рады видеть.